Саудовская Аравия, Бахрейн, а теперь еще и Судан разорвали дипломатические отношения с Ираном. Час назад стало известно, что власти Судана выдворяют из страны иранского посла. Понизить уровень дипотношений с Исламской Республикой решили и Объединенные Арабские Эмираты, оставив в Тегеране только своего поверенного в делах. Поводом для столь решительных действий сразу нескольких стран региона стали крупные беспорядки у здания диппредставительства Саудовской Аравии в Тегеране. Недовольство демонстрантов вызвало решение властей королевства казнить влиятельного шиитского богослова шейха Нимра ан-Нимра. Весь Ближний Восток после казни охватили беспорядки.